Франция и Бельгия начинают совместно разрабатывать стратегии по борьбе с терроризмом. Также организована совместная борьба и поиск путей выхода из миграционного тупика. Премьер-министры Франции и Бельгии встретились в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить самые острые вопросы, стоящие перед двумя странами. Мы констатируем в Бельгии, так же, как и во Франции, новую форму опасности, новую форму угроз, которая становится все более и более профессиональной, которая смогла извлечь уроки из своих прошлых неудач. Поэтому нам нужно суметь адаптироваться к такой ситуации, предвидеть опасности и быть способными действовать в соответствии с этой новой формой угроз. В ходе переговоров французской стороной было объявлено о создании новой должности магистра по связям с Бельгией. Чиновник будет работать при посольстве Франции в Брюсселе и обеспечивать большую координацию деятельности официальных органов двух стран. Европа в текущий момент должна показать себя на высоте, полностью способной взять свою часть ответственности в борьбе против терроризма. Она должна еще больше организовать, чтобы встретить новые вызовы, потому что ответ на эти угрозы – это не меньше Европы, а больше Европы. Это касается и европейских институтов, и всех стран-членов. Бельгийский след после терактов 13 ноября в Париже был выявлен практически сразу же. Четверо из 9 исполнителей терактов имели бельгийское подданство. Кроме того, как выяснилось по мере следствия, пригород Брюсселя Моленбек превратился в своего рода общеевропейский центр подготовки террористов.